қойының қыран, қойының маран, үгінбіған, дөлжі бұқанға, олжы дүлжі бәрі тәйін жүгін, олда дүлі бір қырғы. Привлечь удачу и отпугнуть злых духов. Под удары в бубен и ритуальную песню начинается визит бурятской делегации в Усть-Орду. Гости из соседней республики приехали, чтобы обменяться позитивным опытом и наметить план дальнейшего сотрудничества в рамках договора между Бурятией и Приангарием. В ходе поездки делегаты познакомились с инфраструктурой окружного центра, посетили дом ветеранов и перинатальный центр. Но наибольший интерес, по словам председателя Народного хурала Бурятии Матвея Гершевича, представляет сельскохозяйственный опыт поселка Усть-Ордынский. Фермерское хозяйство – еще один пункт визита бурятской делегации в Усть-Орду. Когда-то здесь все начиналось с маленького вагончика, а через несколько лет скромное хозяйство приобрело огромные масштабы. При обсуждении темы развития малого села этот пример особо актуален. От сотни квадратных метров до тысячи гектаров. Фермерство Виктора Катанаева – одно из самых преуспевающих в округе. В 2010 году оно показало прибыль 250 тысяч рублей. Хозяйство не только является крупным поставщиком сельхозпродукции на местный рынок, но и становится центром нового поселка. По мере расширения угодий здесь появляются новые дома, заселяются молодые семьи. И люди уже оседают именно здесь на месте. То, вот как раз мы о чем и говорим, о развитии малых сел, заимок, которые были раньше, кстати. И в Бурятии нам тоже надо посмотреть, потому что у нас есть такие возможности. Последний раз делегация из Республики Бурятия приезжала в Усть-Ордынский 5 лет назад. Теперь в рамках подписанного договора визиты станут регулярными. Анастасия Зверькова, Александр Пахомов. Новости сейчас.